Всем привет, друзья! Меня зовут Игра, и добро пожаловать на мой новый ролик по игре Ice Cream или Мороженщик 3. Вот я сегодня буду пробовать проходить эту игру. Давайте поставим нормально, нормал. Давайте обучение включим. Нажмем play. Так, тут история. Пропускаем, мы уже это смотрели в обзоре. Так, это мы тут помним. Что это такое? Ага. А вот ключ от дома. Все. Понятно. Так, открываем. Так, берем оружие. Она так. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. И пошел за фургон, типа, чтобы потом нас атаковать. Если мы звук. И сдадим тут. Так, стреляем, и мороженщик тут должен появиться. Так, вот мы посмотрели рекламу, перезарядили оружие, открываем дверь, выкидываем оружие. Так, подбираем карту. Вот у нас дан список. Давайте поедем в торговый центр. Мы как раз там были. Пропускаем тут, мы это уже видели. Так, понятно, торговый центр. Так, выходим. Оружие. Нет, понадобится. Так, а где мороженщик? Так. А вон мороженщик. Так, ну, попробуем тут посмотреть, что тут есть вообще. Попроходим тут. Так, оборота. Так, смотрите, вот это ворота отличается от этих. А что там? Так. Так, похоже, тебе нужен инструмент, чтобы поднять эту штору. Так, я типа должен найти, да? Я по кругу хожу. В этом аквариуме с рыбками. Так, вон мороженщик. Ёп.
Да зайти не может. Интересно. Так, давайте эти ворота еще проверим. Так, а тут что-то зеркало. О, это уточка. Понятно. А, ну что же открывать дверь? А, ну что, так нам с этой стороны? Лопату можно взять. Так, возьмем лопата. Так, теперь надо лопату взять. А вот лопата. Ну, я надеюсь, мне лопата не пригодится в этом месте. А? Поедем туда, где можно копать. Дырки нельзя. Наверное, лаги. Лопата ясно. А? Так, берем нашу лопату. Где я тут копать буду? Мороженый щит. Разродился уже. Так. Это что? Это не копать. Это... О, земля. О. Понятно. Копать надо, да? Нет. Так, дальше. Jay, Oi. It's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? А это кто? Так, Джей, это ты? Что случилось на днях? Как тебе пришло в голову прыгать с движущегося фургона? Это то, что должна была сделать, но, конечно, так как ты девушка. Нет, это... Типа, я поговорить с ним должен. Так, ладно. Так, давайте мы туда потом пойдем. Мне надо разобраться сначала с этим делом. Так. Это нет. Да ничего нет. Мне кажется, что это детали надо подключать. И тут нету. А где мне искать?
Ого! Ключ от дома на дереве. На каком дереве? В цирке нет дерева. Понял. Так, ребят, нам надо туда сейчас. Так. Ага. Туда наверх теперь. Вот сюда. О! Вот. Открыли. Так. Это ящики. Ракета. А синий деревянный комик. О! Сейф. Как раз ты разместил один из четырех цветных лошадей. Это возьмем. А где-то мне понадобится, интересно. Что-то взорвать мне надо будет. Ребят, я вспомнил, что. Станцию метро, поехали. Сразу же. Так. Потому что там ограда справа. При спуске. Всё. Мы прибыли. Мы без оружия играем. Так, мороженщик поет. Ого. Так, как мне туда пробраться? Супер, прошли. И дверь. Так, рычаги какие-то. Так, комбинация рычагов не работает. Сейф какой-то. А таблица? А таблицу не видно даже. Ее замазали. Так. Так. А тут что есть? В смысле, а как комбинация? Типа по рельсам? Значит, что у меня? 3, 6, 9. Не работает. Так. Откуда мне это? Это что, все с дулом пролез? Давай, мороженщик. Пока. То что с тобой делать? Отстань ты от меня. Так. 9, 2, 6. Ты активировал механизм. Меня сейчас мороженщик поймает. Всё, он ушел. Я думал, сейчас такой мороженщик меня ловит. Что это такое? Ребят, я не знаю, я просто по табло заметил. Ну, он уж там висит. Наверное, это от этого было. А сейчас что мне делать? Кстати, там что-то блестит. Мне надо, наверное, пойти забрать его. А, я понял, тут дверь будет закрыта. Мороженщик. Тут будут двери закрыты, потому что... зачем тогда ограда нужна, если будут двери открыты? Мороженщик. Ну,
боженьщик. Я же шок. Так, он обходитесь. Сейчас будет. Так, мы походу видим. О! Зеленый деревянный конь. Ой! Я понял, мы же механизм активировали, он на эту трассу сворачивает. Так, я знаю это откуда. Да, туда поехал. Так, сейчас мы... Так, сейчас мы тогда едем в лагерь. А? Остается собрать еще два коня. А, вон. Вообще прикольный вид. А что там делать с этими воротами, я так и не понял. В торговом центре. Так. А как тут спуститься? Давайте еще сюда поедем. Напоследок. Все, мы приехали. Открыть. Так, уточка, вот. Только для чего она, я пока что не понял. Чтобы рыбу ловить. Понятно. Ну что, сейчас отходить так будет? Наш заканчивается. Как мы тут разберемся? Как мы тут разберемся, что дальше делать? Конечно же, правда. Это тоже открыть. Что-то подставить надо. Какой-то инструмент. Если у вас есть догадки, пишите в комментариях. Но мы уже пазл собрали. Два коня. Еще двух. Нет. Так что всем спасибо за просмотр этого ролика. Вот мы прошли мороженщик 3 Ice Cream. Немножко тут попроходили. Дальше мы продолжим, конечно, будем разбираться, и в итоге мы
скорее всего, пройдем эту игру. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.